Внутренние авиаперевозки по России в январе-августе текущего года выросли на 7% и составили 33 миллиона пассажиров, сообщил глава Минтранса Максим Соколов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. По словам министра, несмотря на экономические трудности, ведомству удалось сконцентрировать определенные ресурсы для развития мобильности населения и обеспечения доступности качественных перевозок по всем видам транспорта. Это в том числе было обеспечено за счет 5 программ поддержки различного вида региональных авиаперевозок, в том числе перевозок из регионов Дальнего Востока и Сибири.